Друзья, коллеги, всех приветствую. Если вы ранее смотрели мои видео, то вы видели, что я не люблю очень много и долго рассказывать. Я люблю говорить быстро и по факту, да, то есть конкретика, я люблю конкретику. Итак, о чем мы сегодня поговорим в этом видео? В этом видео мы с вами поговорим на тему, что же такое доверенности. И самое главное, что введением 23-го года у нас появилось такое понятие, как машиночитаемые доверенности. Итак, как мы работали с вами ранее? Ранее мы с вами работали с физическими лицами через нотариальную доверенность. Индивидуальные предприниматели и юридические лица выписывали нам доверенность, да, то есть с печатью на полномочия, то есть на те полномочия, которые мы выполняем при регистрации на электронной торговой площадке, при участии в торгах. На текущий момент у нас теперь организация не может выдать нам обычную простую доверенность с синей печатью. Теперь для участия на торги Gov.ru либо на площадке ГИС-торги, да, то есть при регистрации и при регистрации нашего юридического лица или индивидуального предпринимателя, нам с вами нужна машиночитаемая доверенность. Что же такое за машиночитаемая доверенность? Давайте разберем более подробно это понятие. Это электронная форма бумажной доверенности. То есть ранее нам заполняли бумагу, ставили печать, мы ее сканировали, да, то есть и отправляли на площадку. Теперь это просто все перешло в электронную форму. Создается она в формате XML. А сразу вам хочу сказать, что вы не можете ее просто набрать в Word, например, и передать. То есть эта доверенность делается через определенные сайты, к примеру, через налоговую. То есть там заходите, формируете доверенность, формируете полномочия. И здесь мы столкнулись с такой проблемой. С какой? О том, что когда мы в налоговой, на сайте налоговой стали формировать вот такие машиночитаемые доверенности, то есть мы заметили, что там не сильно много полномочий, то есть, к примеру, на участие в торгах там нету полномочий, какую цену поставить, да, то есть этот сервис еще работает, еще в доработке, но если вы не приложите машиночитаемую доверенность, то в этом случае вашу заявку на участие в торгах отклонят, либо зарегистрироваться вам не дадут. Поэтому машиночитаемые доверенности – это новый сервис в ГИС-торги при участии как агентов, для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц нам с вами нужна будет именно машиночитаемая доверенность. Для физических лиц у нас пока остается все без изменений. Надеюсь, данное видео было вам полезным.